Всем привет, меня зовут Павел Филиппов, я являюсь руководителем направления рекламы и связи с общественностью компании Solar Group. Сегодня мы находимся в Перу, в городе Лима. Мы здесь уже второй раз, и видно, что за это время был проделан большой путь, и компания Solar Group, и проект двигателей Дуйнова вышли в Перу на новый уровень. Мы находимся в столице Перу, в Лиме, в районе Лос-Оливос. Нам нужен был офис, потому что инвесторов стало гораздо больше. И нужно было место, где можно было встретиться со всеми партнерами, где можно было проводить мероприятия и презентации, а также рассказывать о проекте. Иметь физический офис дает нам гарантию того, что наша деятельность легальна. Можно его потрогать своими руками, можно работать с партнерами напрямую, знакомиться с ними, отвечать лично на их вопросы. В прошлый наш приезд мы провели конференцию, открыли национальное представительство. В этот раз, помимо конференции, помимо тренинга для партнеров, мы открываем официально офис в городе Лима, в Перу. И это очень важно для всех инвесторов и партнеров из этого региона и для Латинской Америки в целом, потому что это место позволит не только более эффективно и продуктивно работать над продвижением проекта и технологии здесь, но и поможет сделать так, чтобы еще больше людей узнало об этой возможности, узнало о проекте и узнало о компании Solar Group. Офис сделает командную работу в Перу еще более продуктивной. Наш офис позволяет показывать нашу продукцию и наши моторы. Сейчас у нас есть мотор для лодки. Для нас это привилегия. И еще у нас есть различная документация от компании. Открытие офиса – это очень хороший стимул для всех. И мы должны воспользоваться этим. Это поможет преувеличивать количество регистраций, чтобы больше народу стало частью нашей команды. Сегодня мы узнали много нового. У меня не было столько информации, и я поняла, что в этом проекте есть огромный потенциал. Всю эту информацию мы будем распространять по всей стране. Здорово, что у нас появился офис. Сейчас мы можем приехать сюда за гостями, с партнерами. Можно им показать моторы и общаться на месте с национальным партнером. Это действительно поможет нам в дальнейшей работе. У меня большое желание работать и помогать компаниям Solar Group, а также компании Sovelmash. Хочу стать лидером и таким образом пригласить побольше народу в наш проект. В Латинской Америке очень востребован этот бизнес. Сегодня мы с Емельяной и другие ведущие партнеры, которые выступали, поделились своим впечатлением от проекта двигателя Дуйнова, рассказали о том, что у нас скоро пройдет здесь конференция, пригласили на нее всех присутствующих. Было очень интересно услышать их мнение о всем происходящем и о том, как мы развиваемся в данном регионе. Так что мне было интересно их послушать, и я рад, что здесь присутствую сегодня. Мы приостановили открытие новых офисов из-за пандемии, поэтому можно сказать, что сегодня, в 2023 году, мы заново начинаем эту работу, начинаем ее практически с нуля. Но при этом на данный момент у нас открыто уже 9 офисов по всему миру. Это Россия, Азия, Европа, Африка. И сегодня мы официально открыли наш первый офис в Латинской Америке в целом. И я очень рад, что это произошло. Это однозначно знаковое событие, которое позволит сделать новый шаг в развитии Перу и Латинской Америки. Открытие офиса – очень важное событие, потому что он позволяет общаться с партнерами в одном конкретном месте. Страна большая, и сложно передвигаться по всем местам. Таким образом, мы локализуем нашу географию действий, не забывая о регионах. Уже есть место встречи для всех.
У меня не хватает уверенности в работе, которую я делаю. Но сегодня после этой встречи я смогла видеть своими глазами, что все это реально. Для меня было все очень интересно. Особенно потому, что мы видели и трогали эти моторы. Также было круто поговорить с инженером Андреем Лобовым, с Павлом Филипповым, с Павлом Шацким. Это все дает нам уверенности и нам, и инвесторам. Нашей компании желаю успехов и чтобы топ-менеджеры почаще приезжали к нам в Перу. Я очень благодарна за возможность, которую дает нам компания Solar Group, потому что не все крупные бизнесы дают возможность стать акционерами. Я лично очень довольна этим и мероприятием, которое сегодня было. Я желаю всем успехов не только в Перу, но и во всех странах, где люди уже знают о нашем проекте. Поздравляю всех с открытием этого офиса и приглашаю вас посетить его. Вы можете здесь работать, вы можете приглашать сюда людей на презентации, которые будут регулярно здесь проходить, а также устраивать личные встречи, где вы будете рассказывать потенциальным клиентам о возможностях компании, либо просить это сделать других ведущих партнеров, которые будут находиться в офисе вместе, такой командной работой, я уверен, работать будет крайне эффективно и приятно для всех.